Друзья, сегодня несколько советов про удары на отходе. Вот мне очень понравилось одно из последних видео мастер-классов знаменитого Романа Романчука, который очень классно бил на отходах. Вот он показал такую серию для отработки, когда мы сначала бьем по боксеру, будет комбинация ударов, тем самым провоцируем какие-то контрдействия. То есть сразу, если вы стоите и поймать момент, когда соперник на вас побежал и поймать его одним ударом, это достаточно сложно. Уровень там Флойда Мейвезера и таких вот топовых боксеров. Поэтому ваша задача и на тренировке, и в ринге создать эту ситуацию. Как можно ее создать? То есть мы соперника провоцируем какую-то серию ударов. Возьмем просто простой такой вариант. Три удара, три прямых. Левый прямой, правый прямой, левый прямой. Да, соответственно, соперник где-то схватил, предполагаем, какой-то из ударов, и старается сразу реваншировать. И поэтому после серии мы на автомате отрабатываем удар на отходе. Раз, два, три, и сразу кидаю правую прямую. Плюс добавляю немножко закручивания, какой-то вариант сайдстепа. Чуть подинамичнее. Против не кинул, сверху закинул. Раз, два, сверху пошла. Раз, два, три, немножко можно сайдстеп добавить. Раз, два, не хватило, еще добавляем боковую и так далее. То есть мы эту ситуацию сознательно сами создаем. Тем самым ситуация получается для меня, как для боксера, который работает на отходе, предсказуемой. Я накидал соперника, тем самым провоцирую какое-то контрдействие, и уже встречаю работу на, скажем так, идущую цель. Для меня соперник, ну, более-менее становится предсказуемым. Друзья, спасибо. Ставьте лайки, жмите колокольчики, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь в теме.